Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Макс Конник, и это новый иконоблог, новое видео. В сегодняшнем видео вы увидите Пегаса и Буцефала. Начинаем мы с Пегаса. Я ездил впервые на нем без седла. На Иле я уже много раз ездил без седла, к нему я привык. Но на Пегасе был новый опыт, так как Пегас немножко не... У него рысь очень часто, и поэтому на нем трудно держаться. В общем, смотрим, как это получилось. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. Тут мы проходим три перекладины, которые называются Кавалити. Тут мы едем уже галопом, сейчас начнем. When you're undressed, I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens. But I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Перевожу коня в рейс, делаю смену направления через короткую длину и еду дальше галопом в обратном направлении. Ну а тут было задание проехать две перекладины в виде кавалети, одна была чуть приподнята, вторая просто лежала на полу. Это было своего рода два препятствия подряд, два барьера подряд. В принципе, сначала я не справился, второй раз уже было более хорошо. В общем, вот как это было. С Буцефалом я решил вставить чистку. Давно у нас не было чистки, наверное, с первого видео, даже с четвертого, если мне не изменяет память, когда я с Илом ездил первый раз, когда я его чистил. В общем, вот как это было с Буцефалом.
the very last hour. We still got few more days to slay. It's gonna get so much louder. Now we're here. Как и со всеми, мы сначала на шаге, но с бутсфалом мы еще и учим постановление. Поехали галопом! Спасибо за просмотр данного видеоролика. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте мои видео. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.